Так, ребята, прямой репортаж у нас из Германии. Вот специальный домик компании Leica. Охотничий домик. Здесь проводится охотничья встреча. Это у меня настоящий немецкий документ. О, Ausweis. Окей. Так, отправили меня на вышку. Сегодня у нас будет охота с вышки. Красота такая вот. Лес. Сегодня используем карабин Штайер калибра 6,5. Первыми выходят самочки. Это видно, даже не перелиняло еще. И очевидно в положении. Кстати говоря, германскими законами разрешена охота не только на самца. На самочек тоже разрешена охота весной, но только прошлогодних, то есть яловых. У нас, как известно, сезон охоты открывается в середине июля. Немецкий подход, конечно, более рациональный, потому что существенно расширяет сроки охоты. Еще один момент, который можно взять у немцев на вооружение, это использование на охоте саунд-модераторов, который существенно снижает отдачу и звук выстрела приглушает, то есть делает его менее агрессивным. Наблюдаю самца, но он далековато, где-то 300 метров. Организаторы просили дальше, чем 150 метров, не стрелять. Будем ждать, темнее, правда уже. Состоялась наша охота. Вот он, козлик. Уже почти в темноте удалось добыть. Прям далеко от деревьев. Закончилась охота в Германии на сибирскую косулю, на вышке. Удалось добыть, используя знаменитую светосильную оптику компании Leica. Вот, поэтому будем рассказывать вам про охоту здесь, в Германии и в других странах. Подписывайтесь на нас.